Почему? Потом загорим. А через сколько? Сколько сейчас времени? А, через два? А я не знаю, сколько времени. Я думаю, 10 часов. До вечера. Вань. Алло. Я думаю, до вечера. Похоже, до вечера. Не хочешь со мной? Я пару пройду, да? Ты со мной тишина? Ну ты не хочешь со мной до вечера тусить? Че ты там один сидишь? А? Он поплыть может, снимать. Матрасик поплавать. Так, ладно, а пока я буду тебя заниматься. Нет, я в отчёте плаваю и не видно было. Наверное, не знаю, потом посмотрим. Нет, я сам по себе круто прыгнул. Ну да. Что там Ваня в какую сторону прыгает? Не знаю. Судя по всему, в эту. Ой, блядь, нога болит, ёпты. Скучно, пиздец. Большой бульк. Маня, а что ты дома хочешь сделать целый вечер? Бухать. Бухать? Почему ты хотел сейчас домой пошёл? Ну хуй я. Ты в уши затекло, наверное, да? А? В уши, в нос затекло. Эффектно. Ну, походу, ему не очень хорошо было. Чего, хочешь матрасом поделюсь? Или ты прыгать? Блин, я сейчас тоже пойду Thank you.
не пошел. И прямо у берега. Вань, ну как так-то? Ты прямо у берега. Я тоже хочу. Там так много много. Вам жоп экран. Точно. Блин, ну что будешь снимать-то? На камеру. Я в него уже один раз не приебал. Блин, запрыгнул, мой раз на место тело как-то. С руки. Хочу попрыгать. А? Попрыгать. Ну, хочешь прыгать? Только я камеру. Я боюсь, что просру. Где ты? Где ты? Где пошло? Так, все, как это? Фига, это смешно. Это так удобно? Это был самый длинный круг. Давай допрыгни. Толкни ее от себя-то. Давай, долети до меня. Долети до меня. Да
Да не, нормально, тут видишь, все равно. Да не надо тебе этого делать. Так нормально. Не, не долетишь. Я отплыву. Давай прям в меня. Целься! Пли! Я не знаю, что... Оп, недолет. Орги. Я пытаюсь отплыть. О, хорош. А. Что? Чайки нападают. Сейчас утащат. Тебя, что ли? Сино! Так. Оп. Вот, сейчас я хорошо устроился. Ты нагоняешь воздух? Слышь, Вань. Ау. Что? Почему? Что ты делаешь? Я ухожу. Все? Женщина моя. Дружишь, тут пробишь. Нет. Здоровье. Да народ, если мы сейчас по одному разу попрыгнем, то все. Ну. Прыгнули. Рыбкой. Подожди, дай мне хоть это кусочек матраса. Мне. Вот так вот. Ой-ой-ой. Бревно притащили. Обратно. На пристань. Женщина бревно. Я бревно. Какая у тебя спина масляная, с нее капли так стекает. Почему? Вот. Не мылся неделю. О! Прикиньте, у тебя штаны длинные. Они на веревочке. Нет. Вода так. У тебя уже постоянные газа от движения. Ну да, вот та была она, как ты видишь, тут навязали. Сколько тут? Четыре разных веревки. И она теперь пружинит все на всех узлах. И из-за этого такая фигня. Кто? Чего? Я уже отдыхаю. Я попрыгал, сейчас народ разойдется.
Мы еще попрыгаем. Ты подходишь, вон что-то грустный. Ну, давай. Открыть, что ли? Это, покушать ты не захотела? Я уже поел целый салат. Целый салат? Да. Целиком? Целиком, а что там будет 200 грамм. Я тебе купила, там я две булочки купила, одну с луком и яйцом, другую с маком. Выбирай любую. И бананы, и йогурт, соответственно. Вот я сейчас пойду по ней. Хотя не хочется еще. Какую ты будешь булочку с маком? Ты будешь прыгать, нет? Что там никто не прыгает. Да, мозг не снимать не буду. Ты с маком булочку хочешь, или с луком и яйцом? Обе. Не, ну оставь мне хотя бы что-нибудь. Вань. У тебя бананы еще есть, я их не буду. Это первые, там у две. Ладно. Все, я вылезаю, короче.